Добрый день, дорогие друзья! Итак, мы с вами начинаем, точнее, продолжаем проходить с вами Danger Hero, игру на платформе PlayStation 1. Ну что, друзья, давайте продолжать. Так, давайте что ли надо загрузимся тогда. Ну что ж, друзья, вчера мы так нехило это прошли, три миссии где-то, сегодня решили, в общем-то, продолжить. Сегодня я установил, друзья, новый чатик, не знаю, как он будет работать, но надеюсь, вам видно чат, и я надеюсь, что все будет работать нормально. В игре анимация, Так, давайте-ка сделаем так. Перезагрузим наш эмулятор, потому что вся эта система чертовски плохо работает. Сделаем reset. Так, вот сейчас немножко, так сказать. До этого просто я включил OBS, и это все чуть подзависать начало. Сейчас я, друзья, уже все настроил. Ты что, не увидел? А что бы я должен был увидеть? А ну-ка, поясни ко мне, мой друг, что я должен был увидеть. Так, ну, в общем-то, все, в принципе, настроено. А, не совсем тебя понял, Буба. Не знаю, о чем ты. Так, ну давайте, друзья, наверное, загрузим игру, поскольку будем, наверное, продолжать как раз-таки. Нам нужно продолжать. Сегодня попробовал другой образ вставить, так сказать, чтобы немножко... А, сообщение? Сообщение я вижу. Справа, ты имеешь в виду справа сверху, да? Вам чатик виден, друзья, справа анимационные сообщения, которые появляются и исчезают. Я вот я об этом и говорю, что поставил новый чат. Ты по-моему сообщения не видишь? Ты в этом смысле? Так, ну попробуй, Буба, чем-нибудь, я не знаю, нас там написать там большое какое-нибудь предложение, любое. Там, не знаю, большой диалог какой-нибудь. Да, и чатика на экране нет. Блин, да что ж такое? Так и знал, что так все будет. Хотя странно, я вроде бы увижу. Наверное, все-таки надо было подключить захват у окна. Ладно, тогда мы сделаем так, друзья. Из этого чата я выйду. Сейчас поставлю другой чат. Так, один единственный чат. Сейчас он загрузится, друзья. Так, извиняюсь за технические неполадки. В общем, да, обычное дело. Эти дурацкие программы не хотят соединяться ни с Ютубом, ни с другими какими-то сервисами. К сожалению, друзья, вот такая вот... Извиняюсь, даже не бурда происходит на стриме. Так, сейчас я подключил другой чат. Стандартный чат. Должно быть, по идее, видно все. Сейчас Буба попробует что-нибудь написать. Да ты не используешь мой эмулятор, что я тебе на стриме вчера юзал. Он был лучше, давай как-нибудь. А, ну ты про эмулятор. Ну, эмулятор я еще не успел просто завязать. Да я и ссылочку-то не нашел на этот эмулятор. Ну, потом как-нибудь посмотрим. Честно сказать, сейчас возиться с эмулятором уже не очень хочется, поскольку
и так хватает забот с этими программами, с этими чатами. Давайте что ли загрузимся тогда уже в конце концов. Мышка 2. Так что поэтому, друзья, как бы пока что с так сказать, с эмулятором не получается возиться. Так у тебя же есть он, я тебе скидываю. Да, я знаю, но на него, к сожалению, не подходит. Там такие некие, так сказать, пробелы получаются в игре. И, к сожалению, тот эмулятор, который ты скинул, он не подходит пока что. Но, может быть, я его просто не настроил под игру, не знаю. Но у меня просто банально не было времени, так сказать, на это. Так что, друг мой, использовал эмулятор версию 18.0 в данном случае. С нее пока что стримлю. Так, ну что ж, давайте, друзья, проходить дальше. Дальше у нас идет миссия «Осторожно, изгибы будущего» под названием... Ну да, в общем, это название... Так, ну надеюсь, сейчас графика будет нормальная, потому что от версии Кудоса вчера была, так сказать, проблема с текстурами. Я надеюсь, здесь все в порядке. Давайте глянем. А, ну, как обычно, друзья. А, нет, кстати, нет, вроде. Или да. Нет, здесь все нормально, друзья, это радует, текстурки в норме. Это радует. Как там дела, ребята? Похоже, хам просек план Б. Так, ну тут есть такой перевод от парадокса. Идея есть, Вэл? Идея есть, Вэл? Охлаждение повреждено, скоро из нас сухари получится, пора сматываться. Но сначала надо все же спасти заложников. Эх, объекты обновлены. Ну хоть здесь, по крайней мере, и перевод есть. Так что, друзья, можно, как говорится, сказать. Ты заставляешь меня лично протестировать эмулятор в этой игре и в паразитке особенно. Что-то не верится, что ничего не работает. Ну, Буба, я просто банально его запустил, что-то попробовал, но там все то же самое было. Но я потом как-нибудь настрою его. Как-нибудь настрою. Вот завтра, кстати же, воскресенье. Вот завтра у меня выходной, стримов не будет. Так что завтра я все настрою, как подобает, все проверю за целый день. И я думаю, что завтра уже все будет, наверное, уже, так сказать, нормально работать без этих дурацких лагов. Было бы все просто, если бы, например, я же говорю, проблема с чатом. Он не хватает Twitch, вот этот стандартный ГГшный, и не хватает YouTube. Была проблема с другим чатом. Он не хватал только YouTube, но хватал Twitch и Good Game. Соответственно, попробовал другой чат, и последний вот сейчас, и он тоже не хватал YouTube. Я вообще не понимаю, что вообще происходит с этим всем, честно сказать. Ё-моё, вот это перевод, это похлеще ты падла. Я тебя вью, чё, кстати, тоже самая студия, тоже вроде парадокс. А лаги у меня сегодня появились жесткие, пожрать отошла. Понял, привет, Светик. А ты, надеюсь, не сворачиваешься? Нет, Светик, я только начал стрим, только начал. Извиняюсь еще раз за вот это безумное вступление с опозданием, с вот этим вот всем таким, как попало, так сказать. Тупо просто не хватило времени на все, как бы проверить. И, в общем, друзья, такие вот дела. Извиняюсь, конечно, за технические неполадки. Сами знаете, эмуляторы, программы, это дело тонкое. И настраивать это все очень долго. И, как говорится, много времени на это уходит. Так что, друзья, я думаю, завтра, когда у меня не будет стрима, все настрою, все налажу и будет все отлично, друзья. В понедельнику все будет, как говорится, на высоте. Я на это надеюсь и будем в это верить, друзья. Теперь процитирую свои первые сообщения, что ты не видел полностью. Ну, давай процитирую. Ну, давайте, друзья, начнем. Видите, графика стала лучше. Ну, я, наверное, буду проходить с этим переводом. Жалко, конечно, что от Кудосов не получится проходить, потому что там был женский перевод, более он такой, так сказать, подходящий под наших героинь. Ну, можно, если что, сменить, но кудосная версия, она очень глючная. И, кстати говоря, все вот эти пиратские версии от кудосов я очень замечал, многие. Они очень бывают какие-то глючные, сломанные. Так что, друзья, не советую в основном скачать кудосные версии. Что-нибудь другое лучше пробовать. Или Лисы, или Парадокс, так сказать. В игре анимации, кстати, как в Том Райдере, прыжка особенно. Да, ну я же говорю, смесь этого сифон филтера и этого Том Райдера. Ну давайте начинать, друзья. Вот мы начали третью миссию с обворожительной новой красоткой. Так, давайте вспомним управление. Это у нас пригнуться. Это влево, это вправо. Треугольник у нас прицел. Так, как тут целиться? Это вниз. Так, ну понятно. В общем, короче. Так, нас подстрелили. Так, ну в общем, одного засранца мы завалили. Взяли патроны для нашего автомата. Давайте-ка поймем, что тут как и что.
Так, квадратик у нас будем прыгать. Что у нас тут еще? Только треугольник это целится. Так, R1 это присесть, как бы красться. Вот L1 это присесть полностью. Так, ну это вправо-влево, тоже правые верхние кнопки там. Так, вот наши миссии, друзья. Так, что у нас есть из оружия? Поразительные кудосы ролики оставили без звука. И еще зависание на корточке черной сделали. Еще в одном месте, где кудосы еще напортачили. Ой, я не знаю, кудосы, честно сказать, те еще ломатели дров. Ломают игры просто бесщадно, так сказать. Я уже не говорю об этой игре, когда они тут просто сломали вот эту всю стадию. Все текстуры тут полетели к чертям. Кто хочет, потом посмотрите от кудосов миссию четвертую Dungeon Hero в игре. Что реально там все текстуры просто ужасно смотрятся. Поэтому я сменил образ на более подходящий. Кстати, здесь даже перевод получше, он более качественный. Наверное, в этой версии будем проходить. Так, задание миссии у нас, друзья. Задание миссии — спасти 5 заложников, выключить реактор, чтобы все не взлетело на воздух. Работа. Так, наш персонаж. Давайте прочитаем. Работает наблюдателем снайпер. Вторая — пилот вертолета. В общем, наша подруга у нас снайпер, пилот вертолета. Зовут ее Синди. Родом из Австралии. Входит в группу опасных девушек. Прям как Ангел и Чарли, друзья. Прям какой-то такой отсылкой, так сказать, попахивает. Зато на Dreamcast вон все норм. И у Бет, к примеру, да. В Dreamcast, конечно, все вообще отлично. Хотя, честно говоря, тоже возился. Но там свои тонкости, друзья, довольно необычные, так сказать. Так, Синди, рост 5-9, глаза синие, волосы каштан. Кстати, Светик, как раз таки игра для тебя. Я думаю, тебе она понравится. Такого рода игруля. Так, ну давайте что ли возьмем, наверное, пистолет вначале. Хотя, пистолет с глушителем. Так, немножко, конечно, надо привыкнуть к управлению. После той и другой игры, конечно, очень трудно бывает привыкнуть. Так, в общем, мы проходим с обворожительной красоткой Синди, друзья. Так, я опять путаю дурацкие кнопки из-за охотника на призраков. Другую игру я стримлю, поэтому приходится... Поэтому путаем. Так, а вот и заложник, кстати. Что он так спокойно тут разгуливает? Так, а как что это он? Спокойно себе разгуливает так. Довольно странно. На Dreamcast сам все проблемы создал. Вообще, я протестирую эмуль там, где он у тебя, наверное, не работал. Ты такой помозговать любишь. Да нет, спасибо, мне хватает мозгования. Мне уже, честно говоря, кипит от этих не эмуляторов скорее, а больше от этих чатов, которые не хватают людей. Так, стреляет, я не понял. Стреляет. Покажись, негодяй, буду трус. Я маленько играл в нее, бросил отчет, не пошел. А чем было бы мне понравилось, злой на часть экрана. Так, ну в общем, я понял, что ты играла, так сказать, в эту игру. Ну, многие играли, я тоже играл давно, помню. Но я ее прошел, очень давно играю. Вот наш персонаж пришел сюда в стенку. Давайте подкрадемся. Так сказать, технично ему вынесли. Вот так, аккуратно. Я что-то не понял, почему заложника я не могу освободить. А, он должен был тут встать. Так, типа, до свидания. Ну, спасибочки. Ой, перевод, конечно, реально, из нее заражения. Но не буду выражаться, в общем. Плохой перевод, очень плохой, все равно. Была бы моя воля, я бы, наверное, перевел бы как следует и мужских персонажей, и если бы была бы знакомая, кто согласилась бы тоже перевести женским голосом профессионально. Я не знаю, почему так игры переводят вообще с таким каким-то отчуждением. Потому что игры реально годные. Ну, в общем, такой вот перевод, друзья. В общем, всех рад снова видеть на канале, друзья. Всех приветствую. Проходим мы с вами Dungeon Hero на PlayStation 1. Так. Я пока никого не вижу из врагов. А я вот после резиков и подобных игр такие игры не жаловал. Графика подкачал после тех фотореалистичных фонов. Но все
Время конечно. А. Ну я понял, да, о чем ты. Не знаю, в принципе. В принципе, так ничего. О, это какой-то главный. Паскуда. Паучай, засранец. Какой уж ты живучий, а? Так, получили. Найдена карта ключ. Так, карточку получили. Что за карта, я не в курсе. Но получим. В общем, поставим ее в меню для активации. Да, блин, я сегодня никак не могу отвыкнуть от вчерашней последней игры. Так, это сюда точно нельзя применить, я так понял. Так, у меня осталась одна пуля. Одна пуля. Давайте сменим на наш автомат. Так, наша главная задача — это убрать, в общем-то говоря, давление в нефтяной вышке и спасти заложников. Сейчас мы этим займемся. Но я тебе еще посоветую подобную игру, но не скоро, еще впереди много годноты. Да. Это, в этом я не сомневаюсь, Буба. Годноты, я чувствую, будет много. О, автомат. Дали, найден средний автомат. Найдено лекарство. Ну, аптечка, проще говоря. Так, средства связи. Давайте-ка активируем. Ох, Вэл, а я прошла в систему, а тебе слабо? Да, пожалуй, боюсь, слабо. Так что придется тебе терминал задействовать вручную. А как же это? Ну, проберешься к терминалу, а дальше как обычно. Ну да, понятно. Вознаграждение будет. Что же, посмотрим, что можно сделать. Хотя, пожалуй, выход найден. Так, открылись двери. Ну, здесь хоть еще перевод более-менее, в отличие от Кудоса, потому что там вообще был кошмарный перевод, куда обрывистый, он лично кривой. В принципе, это во многих играх было. Так что... Она разговаривает сама собой. Да, я тоже так подумал. Но она разговаривает посредством связи с своей подругой, операторшей. Больше я его только сложно понять, где кто говорит. Да, вот это, конечно... трудно понять. Так, как-то можно было увеличить прицел. Так, минус один. Я помню, как-то можно было увеличивать. Засрань. Так, ну это как снайперская винтовка своего рода, друзья. Давайте сменим на что-нибудь нормальное. На автомат. Он тоже подходит для таких операций. Переводчик поражает своей креативностью и выразительностью речи. Да, немножко есть такое. Так, давайте прицелимся. Да, блин, засранец. Так, здесь, конечно, ни в коем случае нельзя погибать, потому что если мы погибнем, то все будет очень плохо, друзья. Если мы погибнем, то будет вообще, конечно, миссия начнется сначала. И все надо будет делать по новой. Это, конечно, очень печально будет. Так что надо все делать с первого раза. Так, надеюсь, я ничего не пропустил. Так. Что тут у нас еще? Кажется, враг где-то тут еще есть. Может быть, я ошибаюсь. Кстати, здесь очень, по-моему, опасная зона начнется. Эк, завалили козлину. Так, опять я чуть-чуть прилет к управлению. Патрончики. Даже не успел толком понять. Опаньки. Завалили недоноска. Начало миссии, и это ужасно. Я думаю, концовка будет плохая, и снова Серега Мясник оправдает свое знание, звание данной анимуши. Да нет, я бы не подумал, что такое вот все такое плохое будет. Но если ты говоришь про игру Ubuet, то да, там, конечно, не очень все вышло. Так что надо запрыгнуть сюда. Так,
попали в центр управления. Взяли аптечку. Что у нас, кнопка что ли какая-то? Рвем когти. Не так сразу. Нам следует постараться, чтобы удовлетворить запросы на океанскую флору. Что делать с подстанцией, непонятно. Убегай! Конечно, ой, кто-то запер дверь. Так, отключил я давление в реакторе. Так, и в Silent Hill получил самую кучу концовки симметрии. Да. Ну, блин, я же не знал там, что такие тонкие манипуляции есть в игре. Ну, хотя бы увидели эту концовку, тоже плюс. В любом случае, концовка, хоть какая-то концовочка, а так... Да, обидно, конечно, хотелось на хорошую концовку, но ничего страшного. Я думаю, еще наверстаем, друзья. Да, ну ладно. Давайте что ли дальше проходить, смотреть, что тут где, что почем. Так, отсюда мы, по-моему, забрались и попали в ту комнату. Сколько я понял. Так. Наверное, вниз сюда. Нет, отсюда мы пришли. На харде? А, ну если ты хочешь, Боба, чтобы я на харде прошел, да пожалуйста, я пройду на харде, мне не бом как бы. На нормале, конечно, смысла уже нет проходить, потому что проходили. Будем проходить на харде. Там на харде все легко, если честно. Единственное, босса труднее завалить. А так ничего трудного. Так, в общем, завалили мы еще одного недоноска. Да, конечно, плохое качество текстур. Тут имеется в виду вот этих плакатов. Видно, что тут какие-то эротические плакаты. Хотелось бы глянуть. Да, Буба, вот такие вот дела. Будем проходить на харде обязательно. Потому что разнообразие должно быть в играх, как говорится. Так, что тут еще? Кровати какие-то, как я понял, койки, кровати. Так, главное, чтобы нельзя допустить, чтобы ни один из заложников не погиб. Ну, можно, конечно, чтобы два погибло, но не больше трех. Так, давайте будем красться, не будем бегать. Бегать тут везде слишком быстро. Так, отсюда мы пришли, получается. Или налегко? Нет, налегко это слишком неинтересно будет. Так, куда теперь идти? Я что-то не врубился. Наверх, что ли, идти? Отсюда мы вроде пришли. Да тут черт поймешь уже. Так, а тут что за проход? Ах, да, тут же был другой проход. Это на крышу вел. Так, а здесь что у нас? А, ну вот, комната управления, отключили мы. Давление в системах. Как раз стал спасти заложника. Да. Что-то тут все запутано, по-моему. Не соединено. Отсюда мы пришли. Ходим кругами, друзья. Надо найти проход. Где тут был проход? Вот этот был. Он вот этот. Да, вот этот проход. Я думаю, он. Да. Эх. Кто стреляет? Засранцы. Так, не зарядились. Так. Поторопись. Вот и все. Ох и молодец. Застрели его. Без проблем. Нет, нет, не убивай. Извиняй, подруга. Ах, засранец, а. Подстрелил, конечно, заложник успел. Ну ничего, одна потеря, как бы, еще ничего страшного. Главное, чтобы еще двоих не застрелили, и тогда... Это две попытки еще есть у нас.
хотелось бы без жертв, но игра немножко в этом плане сложна. Нет-нет, не убивай перевод. Да, перевод, конечно, знатный светит вообще. Ну, старались, видать, переводчики перевести игру. Как-то так. Пытались, по крайней мере, я не знаю. Так, сегодня ничего нет. Странно вообще здесь все сделано. Зачем делать шкафчики вот здесь сверху, без лестницы, вот на таком подъеме? Очень странно. Так. Хотя просто, наверное, лишь бы налепить их текстурки в игре, как я понял. Блин, пулемет, вот это очень опасное место. Еще сверху. Так. Минус один. Минус два. Так, тут можно забраться, как-то я помню. Да не, вторая бы зашла, особенно если графика была бы 2002 года примерно. Ну, может быть, может быть. Цепляемся. Ну, графика здесь, конечно, мне нравится. Очень нравится, как бы приемлемая. Мне очень нравится. Для 2000 года она неплохая. Поднайден патрон для снайперской винтовки. Да. Надо аккуратно тут смотреть в оба. Здесь стоит пулемет. Я не знаю, его можно ли сломать или нет. Нет, его нельзя сломать, я помню. Я вижу заложника. Кстати, его тоже можно подстрелить. У охранников косоглазие. Да, косоглазие нехилое, видно, что к врачу, наверное, не обращались. Брали, наверное, как говорится, наемники, кого попало. Но мы воюем против какой-то организации. Хаммер называется организация. Так. Патроны полные. Это что, С4? Найдено С4. Вот ее, кстати, можно применить. Возьмем аптечку. Ее, наверное, надо применить, как я понял, для вот этой пушки, потому что надо ее обезвредить. Наверное, когда она повернется, надо ее будет применить, нашу С4. А, ее можно кидать. Или запечатать, я точно не понял. Попробуем, не знаю, кинуть. Да, ее можно кидать, друзья. Только нужен пульт, наверное, я понял. Чтобы их взорвать. По идее, ее как-то можно взорвать. Может, надо ее установить, скорее всего. Ой-ой-ой. Что-то я, по-моему, кинул. Кинул, сам не понял. Но можно и подобрать обратно. А, я понял, надо ее кинуть и взорвать. Ну, выстрел. Если у нас нету, так сказать, детонатора, то получается взорвать. Давайте-ка попробуем кинуть эту пушку. Так. Теперь возьмем другое оружие. Так, вот прям перед пушкой, можно сказать. Вот и все. Все гениальное, друзья, просто. А я столько помню, мучился над этой пушкой, не знал, как вообще ее обезвредить. Я помню, оттуда сверху перепрыгивал, чтобы меня эта пушка не завалила. Еще умудрялся как-то при этом спасти заложника. Но я помню, тогда очень сильно мучился, это было давно, играл. Пытался на идеале это все сделать. Ну, выходило, конечно, с большим трудом. Так, вот заложник. Типа, до свидания. Убегать надо. Господи, перевод, конечно, тоже не очень. Опять обрывочный немножко, но лучше, чем у Кудоса, конечно. Так, спасен заложник, еще третьего спасти, и вообще будет все в шоколаде. Можно не париться хотя бы в заложниках. Так. Опаньки, кто тут меня стреляет? Ах ты, подонок с дробовиком. Матрал тебе задницу. Учитывая, что Вероника вышла в 2001 году, то разница колоссальная в графике, а вообще это из-за первой PlayStation, тут так выжили уже почти все, что можно с нее, так что нормальная графика, но в 2000 году уже бывали гораздо лучше.
Понятно. Я не знаю, никогда не смотрел, не мерил графику. Так, лучше. А так, конечно, есть свои развлечения, спорю. Так, еще один охранник. Завалили его технично. Так, сейчас надо аккуратно красться. Здесь, возможно, заложник есть. Нет, нету заложника. Но если что, у нас две аптечки есть. Ага, пушка. Еще одна пушка. Так, давайте, друзья, попробуем еще кинуть С4 взрывчатку. Так. Надо далеко закинуть. Она быстро двигается. Сейчас она развернется немножко, чтобы я мог, так сказать, запылять в нее. Так, что-то, по-моему... надо было далеко закинуть. Сейчас, по-моему, попали в нужную точку. Так. Нет, слишком далеко. Но я знаю, как попасть получше. Как она разворачивается автоматом. Главное, за ней никого нет. Но, наверное, скорее всего, автоматическая пушка. Сейчас она на нас нацелена. Попробуем кинуть взрывчатку. Далеко ли это или нет? Так. Попали, отлично. Спасли пушку, взяли свою взрывчатку, скинутую. Так, возьму-ка я свой этот автомат, мне больше нравится, подходит. Так, вот я вижу заложника. Так, сколько тут солдат? Тут я вижу 1, 2. Главное, чтобы он нас не увидел. Так, выйдем. Так, отлично. Спасли заложника. Ну ты чё остановился? Давай дальше. Спасибо, рать. Так, отлично. Жертва спасена. Сколько у нас уже там? Ага, 3 спасено, но уже мы практически миссию выполнили. Так что это что-то непонятно. Так, давайте-ка по-тихому будем. Так, снесли одного засранца. Паучи, засранец, на тебе тоже ублюдок, мать твою. Надрали задницы, взяли патроны. Нету. Да, есть какая-то лестница, я вижу лестница. И кстати, эта игра немножко смесь, как Duke Nukem 2 на PlayStation 1. Есть такое немножко похожее что-то. Вот засранец. Подстрелил меня немножко. Так, ходим здесь тихо. Так. Солдат, кстати, будет в этой территории. Так, если что, есть патроны. Никого не вижу. А вон я вижу заложника стоит там. На колени.
Ох, еще раз ох, в чем... Так, заложник вроде цел. Да, заложник, кажется, спасен будет. Так. Еще один. Так, что у нас тут еще есть интересного? Кстати, бывает много секретов в игре, но пока что я ни один не видел на этой стадии. Да не, убегать надо. Так, заложник спасен, я думаю. Так, все же спасены, задание выполнено, отлично. Ну, в общем, задание выполнено, считай, осталось только самому выбраться. Ну, в принципе, четверо спасены из одного тоже неплохо. Вполне так. А, вон еще одна. Так, можно еще вот так прыгать. В бок. Сейчас попробуем запустить взрывчатку. Ух ты! Хило нас так сносит. Так, кидаем C4. И подрываем. Так, кстати, можно еще вот так делать. Видите, можно подпрыгивать вправо-влево, как акробаты. Так, а вот вертушка летает какая-то. С каким-то грузом. Похоже, Гирени нашла какой-то вирус, похожий на Т-вирус. Что-то не напомнил. Ну, какую-то колбу, в общем, нашла. Сохраняем игру. Так, ну миссию мы завершили. Это уже четвертая миссия. Мы ее завершили успешно. Так, вот и кацаны. А, 0.24. Где-то при прибрежных водах. Что удивительно, я эту катсцену не видел в своей версии Кудоса никогда. Только в титрах кусочек. Да, в Кудос умеет ломать игры. Что это, Лапи? Похоже на какую-то машину. Машину? Какую? Не уверена, Джесси, но если это нужно Хаммеру, оно или убивает, или делает что-то другое. Что бы это ни было, ему нужно горючее и детали. Мы здесь для поиска. Что это, Сид? У нас есть все. Мы можем снова начать. И много у нас этого. Несколько тонн, и все по своим местам. Прекрасно, Макс. Мы должны получить третий и четвертый элемент. Я тебе скажу, что опасным девушкам недолго жить осталось. Так, теперь понятно, к чему они все эти элементы собирают. Я это понял, по крайней мере, сейчас только, спустя столько лет. Как они их добыли, для чего это все нужно было. Так, вот, тут даже вот это перевели. Блин, ну слушайте, от парадокса шикарный перевод, с одной стороны. По крайней мере, текстовый. Это радует.
Предупреждение. Благодаря Эбби ничтожный план банды Кувалда был разрушен. Бесцветный чертеж выигрывал на дощечке древней машины. Согласно легенде, Эбби — это странный прибор, обладает способностью восстанавливать молекулярный код человека, превращая его в невидимку. Мы уже точно знаем местонахождение машины, но нам известно еще, что ее запустить нужно... редкое специальное топливо, благодаря усилиям Сидни и Джейси. Что касается нефтяной вышки, нам также известно, что террористы собирают это топливо. Вот такая вот информация, друзья. А я связался с агентом ЦРУ и другим, Джонни Бараквор, чтобы помочь Эбби и ее следующей миссии, как муж и жена. Они собираются попасть на вечеринку в швейцарский особняк. Когда Эбби будет внутри, она сможет проникнуть в потайной подвал и попытаться загрузить правильное местоположение. Закончив это, Эбби должна встретиться с Джейси, которая обеспечит быстрый уход. Я жду их сообщения. Так, Швейцария, 21:05. Ночь. Так, кстати, моя любимая миссия начинается. И вот довольно-таки откровенная, так сказать, платье на нашей героине будет. Практически она, можно сказать, почти что голая. Опасное открытие. Эбби Чейз в главных ролях. Блин, это, наверное, один из самых топовых периодов игр, что я слышу в плохом смысле. Так, давайте продолжим. Джонни, ну, готово. Джонни понимает все. Холод собачий. Знаешь, что я тебе предложу? Давай пойдем вместе и найдем теплую, приятную ванну. И отдохнем, и все будет хорошо. Ты знаешь... Я лучше кого-нибудь другого найду. Что-то холодно здесь. Эх, погреться бы у камина. Я, пожалуй, скоро айсбергом стану. Так, объекты обновлены. И вот мы снова играем за нашу красотку Эбби Чейз. Так, у нас, видите, немножко уходит здоровье, а то, что мы мерзнем. Давайте тогда быстро сносить наших врагов. А ублюдок, мать твою! Да что ж такое, попасть не могу. Завали. Те. Вот такие вот нужно нам включить обогреватели. Они должны загореться красным. Так, взяли автомат. И горячая бабень минус 40 в коротком платье. Да, я свете, кстати, горячая бабенка сейчас надерет всем задницы в коротком, близко, так сказать, прозрачном платьице. Теперь понял, почему твоя любимая миссия. Да-да-да, Светик, кстати, хорошо подвоил, на самом деле. Моя любимая миссия. Давайте залезем, как бравый командос. Ух ты, ракетница, друзья, там была ракетница, ничего себе. Они тоже попасть не могут, ваши шансы равны. Ну да. Так, взяли патроны к РПГ, ракетницу, ничего себе мы тут нашли, друзья. Так, давайте искать, наверное, обогревающую станцию. Точнее, вот же обогрев-то, господи, его надо включать. Нагрев включен. Вот, нагрев включен, стало красным. Удивительно, почему глупые солдатики тут не смогли включить вот этот обогрев. Догадаться, просто нажать кнопку включить. Почему они мерзли? Так, а вот здесь сразу становится холодно. Сразу становится холодно. И в жизни понемножку уходят. Ну, наша горячая девка сейчас надерет всем задницы, я думаю, растопит льдины этого холодного места. А, провокационная игра. Да, кстати, провокационная игра немножко такая в этом плане, но надо же было, как говорится, продвигать такую игру. Так, давайте-ка включим здесь тоже. Вон, я вижу, враг меня заметил. Так, мы сейчас замерзнем до смерти. Нам нужно, кстати, одежду найти теплую. Давайте посмотрим нашу миссию. Смотрите, у нас есть ракетница, обалдеть. Не знаю, наверное, противотанковая. Найти одежду, загрузить данные Хаммера, рандеву с Джейси. Род занятий археология и мистика. Второе, иностранные языки, маленькие руки. В общем-то, род занятий такие у нас. Специализация нашей Эбби Чейз.
IBCS чемпион среди стрелков, виртуоз языков и наиболее широко, так сказать, в этом плане разбирается в языках. IBCS. Высота 5-8. В общем, по американским меркам рост измеряется. Глаз ореховый цвет. В общем, тот же карий, наверное, скорее всего. Ну или ореховый, как кому удобнее. Волосы белые. Точнее, наверное, светлые или русые, так сказать. Понял. Или блондинка, проще говоря. Так, давайте, наверное, возьмем нашу куколку. И будет технично выносить врагов. На, засранец, куда уставился? Не смотри на голую, полуголую девку. А то отстрелят тебе твои глазенки. Так, тут я вижу карточку. Взяли карточку, найдено ключ-карта, аптечка. Замечательно. Мне тут нравится особенно саундтрек. Вот в этой миссии. Что за маленькие руки? Я, кстати, не понял, к чему это. Наверное, неправильный перевод, скорее всего. Наверное, они имели в виду, что она виртуоз в владении маленькими ручками, и она их ими душит всех врагов на своем пути. Но это, как говорится, друзья, не точно. Так, тут мне кажется, кто-то должен быть. Странно, почему героиню надели в тонкое платьице на такую миссию. Она, наверное, думала, что тут будет тепло. Так, РПГ полный. Кстати, нам дали РПГ еще ракеты. Я понятия не имею, зачем нам ракеты РПГ. Кого это сносить, я не знаю. Танки. Тут танков пока не видел. Так, ну тут ничего вроде бы внизу нету, кроме, не знаю, вот этого прохода. Давайте залезем обратно наверх. Опаньки, прям враг перед нами. Ах ты засранец, он меня прям... Как же неудачно, да? Ой-ой-ой, он меня чуть не убил. Откуда он тут взялся? РПГ, чтобы согреться, да? Пальнуть и согреться, я думаю. Так, давайте, друзья, не знаю, тут надо что-то найти. Нас сейчас кокнут, убьют одним махом. Хотя, блин, нас холод добивает больше всего. Дайте аптечку, поддонки. Я сейчас замерзну до смерти. Так, ну здесь нормально. Так, аптечку не принстимится, давайте. Ой, мы сейчас точно скопытимся, друзья, я чувствую. Ну, нас, короче, замочили, друзья. Давайте начнем снова. Пропустим кат-сцену. Давайте сделаем все быстрее. Проходить-то. Все на изичах. Так, включим здесь обогреватель. Так, обогреватель включен. Так, где-то ракетница-то была. Давайте сначала пройдем сюда, что ли. Так. Или нет, все-таки лучше, наверное, пройти туда, потому что тут мы, как говорится, замерзнем к чертям. Так, вот здесь, кстати, тоже все обогрев работает. Так, а как сюда попасть? Тут наверняка что-то надо нажать, наверное, на панель, скорее всего. Нужна ключ-карта, и вот та самая ключ-карта нам нужна. Да, здесь точно нужна тоже ключ-карта. Да. Главное не запутаться. Нам самая главная задача — найти одежду теплую. Давайте туда пойдем за ключ карты, потому что мы сейчас просто откинем коньки и все замерзнем. Наверное, скорее всего, сюда нужно идти. Что тут за комната? Просто комната. Так, ну вот это место. Давайте возьмем РПГ. Thank you.
Так. Далее ПГ. Включили обогреватель. Завалили доноска. Вот как раз и аптечка тут у нас. Так, взяли карточку. Все, теперь валим обратно, друзья. У нас есть карточка. Сейчас мы уж точно не скопытимся, я думаю. Ах ты, поддон. Получай. Так. А, добрый, добрый. Привет, Инфра, рад тебя видеть. Доброго тебе тоже дня. Как видишь, проходим Danger Girl, опасные девушки. Миссия пятая у нас уже началась. Выносим тут всех по оборота своим шикарным тонким платьем. Так, тут нас атакуют по полной. Нам бы теплую одежду найти. Так, карточка, карточка есть. А, нужна другая карта. Какая, неизвестно. Давайте пойдем в эту комнату, что ли. Значит, наверное, в эту нужно карточку принять. Так. Ты подонок, а? Сюда. По-моему, я не взял оружие с собой. Да, ну вот у меня закончились патроны. Но у меня есть ракетница, друзья. Если что, с ракетницы будем всех выносить. Видите, какая у нас базука. Так, вот и автомат. Возьмем, конечно, что-нибудь покомпактнее. Так, включим здесь обогреватель. Так, тут у нас, похоже, раздевалка. А вот и комплект теплой одежды, друзья. Можем ее взять, и сейчас мы сменим одежду. Эбби, крошка, ну и как твои дела? О, это и вправду ты? Нет, я серьезно. Меня очень волнует твое платье. Не стоит принимать это близко к сердцу. Да, а вот если бы не Хаммер, мы бы, пожалуй, никогда не узнали друг друга. Как жаль, такую вечеринку испортили. Ну ладно, я свое наверстаю. Такую вечеринку пропустил, свинья. В следующий раз позови меня. Парадокс же знатно жжет тут, походу. Реально. И вот, конечно, один зачетный. Да. Ну вот, короче говоря, мы переоделись, нормальную одежду, мы теперь точно не замерзнем. Термобелье надели. Так что, друзья, смело, как говорится, идем в бой. Так, теперь что у нас? Нужна карта. Карты у нас нету, та карточка была для одного места. Зря ты не показал ролик, сцену, как переодевается, игре бы пошел на пользу. А я же этот, как у... А, ты имеешь в виду? Ну да, зря, конечно, не показали. Но это же, как говорится, не эротическая, так сказать, игра. Совсем уж. Так, слегка намеки на эротику. Так. Вот у нас карточка. Открыли дверь. Что у нас тут есть интересного? Включим тоже тут обогрев. Так, я что-то вижу, похоже на детонатор. Найден активатор. Чего? Какой-то активатор. Трещотка или что это такое? Даже текстура какая-то непонятная. Так слегка, да, так слегка, в общем-то, было. Так, подключимся к средству связи.
Так, ну вот и отлично, в общем. Открыли мы проход. Какой-то, не знаю, посмотрели, что это за проход. Единственное, что мы, возможно, там не все осмотрели. Я вот так думаю. Давайте-ка осмотримся получше, друзья. Кажется, есть у меня одна мысля, что мы один проход какой-то не осмотрели. Да, вот здесь мы не осмотрели, вот даже тут охранники ходят, я вижу. А, ну это центральная дверь, понятно. Она тоже теперь открыта. Сюда было не обязательно приходить, но, по крайней мере, мы теперь знаем, что это за место. Так, никаких секретов вроде не видно. Так, вот автомат. Так, давайте все двигаться дальше. Короче говоря, сейчас нужно спуститься. У нас какое-то подземелье. Эх, один. Второй. Ну, враги тут довольно легкие, но хотя могут и довольно-таки неплохо доставить проблем, да их много. И снизить здоровье тоже могут нехило, друзья. Так что надо быть в оба. Надо смотреть, так сказать. Так, какой-то подземный комплекс, как я понял. Вон там, я вижу, внутри еще какая-то комната есть. Так, управление блокировкой тут у нас стоит. Здесь, кстати, можно спуститься, давайте посмотрим, что тут есть. Так, вот это люк какой-то. Так, это пробить нельзя стекло, я как понял. Здесь, кстати, тоже можно включить обогреватель. Странно, почему не додумались включить обогреватель, вообще тут злодеи. И дать совсем пофиг им на своих солдат. Типа, ай, ладно, пусть мерзнут, как говорится, на посту. Так. Тут мне подсказывает, что здесь что-то есть. Какой-то проход он должен быть. Может быть, вон тот, кстати. Есть ли у нас... Вот это что такое? Я не могу, трещотка. Это какой-то механизм или что-то непонятное. Нужна ключ-карта. Нужна ключ-карта. Снова прибыли. Может, тот проход можно открыть этой трещоткой? Я вообще не понимаю, что это такое. Так, сейчас мы откроем эту дверь. Ну, японцы любят подобное. Да что там говорить о байонете? Ты вон посмотри на Fatal Frame 3, там вообще практически голые бегают, еще мокрые. Ну, я бы не сказал, что они мокрые.
ну, так сказать, откровенных нарядах бегают, так сказать, в ночнушках. Так. Ракеты, которые нам уже не нужны. Так, мы добрались до какого-то комплекса. Подземного или внутреннего комплекса. Данные установлены. Данные. Кубаки. Ты откуда взялся? Засранец. Ух ты, там еще кто-то. Ах ты. Козлина, меня чуть подпортил мой макияж. Засранец. Так, что тут у нас? Карточка есть, да? Так, ну вот эта карточка на поверхность у нас ведет. Вот это интересно, что за дверь, я не знаю. Так, тут еще есть какие-то кнопки, которые можно нажать? Походу нет. Так, ну все получается. Здесь что-то мы активировали. Правда, не понял, что именно конкретно. Выбираемся на поверхность. Не, в четвертой части ты... Ты что, они там вообще по... Папочкой прикрыты, и все голые, еще и в воде лазают, мокрыми становятся, со всеми вытекающими подробностями. Ну, это может быть в пятой части. Ой, чудо, я стрелять начал. Так. Ставили ли коза? Тут еще есть. Так, ну вот эта дверь, соответственно, в которую надо проникнуть. Ну да, пятый я попутал. Подожди-ка, сейчас почитаю. Добью противника. Ну да, в пятой я попутал, который не новый самой консоли вышел. Там уже новый уровень, я ротик японца одним словом. Ну да. Ну господи, ну. Любят они, так сказать. Ай-яй-яй, стреляют. Любят они. Откровенные наряды. Стиль блокировки какая-то, что это такое, вообще не понял. А, что-то блокировано чем-то. Так, аптечка. Погреватель. А, вот мы что-то запустили. Блин, эти ракеты вообще нам не понадобились, ей-богу. Так, завалили противника. Этой игре с откровенным платьем очень далеко от Fatal Frame 5, по-моему. Ну, конечно, далеко-то, судя по выходу, как бы там лет. Разница-то лет в 9. Соответственно. И платформы разные. Видите, как мы можем, как Бонди перекатываться. Джеймс Бонд. А, получай, засранец, мать твою. Надрал тебе задницу. Так, кто тут еще есть? Кого можно пострелять? Какая-то дверь здоровая, она открывается, интересно. Мне тут нужно что-то включить, чтоб открылось. Так, а это что? Она уже открывается. Точнее, открыто. А, это тут проход. Вот оно что. Так, и в итоге мы что-то включили. Так, возьмем патроны. У нас как патронов мало. Ага, ну ты понятно. Вот и все, Джонни. Как брать будем? О чем ты, детка? Если ты о трансфере думаешь, это дело 30-40 секунд. Опачки. Ну что там, Вэл? Вэл сказала, что ты в этом абсолютно ничего не понимаешь, и добавила, что ты в этом не должна ничего понимать. Так, сейчас придут, по-моему, всякие козы мне задницу надирать. А, получайте, засранцы! Кто стреляет? Откуда?
А откуда огонь? Ублюдки. Посмейте. Ух ты. Ух ты, да откуда у вас столько тут? Так, у меня кончились патроны, друзья. Кончились патроны. Осталась ракетница. Ну давайте, что ли, ракетница за... Ох ты, блин, да сколько вас тут? Ё-моё. Дэм! Завалили, казалось. Так, они, по-моему, до бесконечности тут будут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, чё-то вас много тут. Чё-то вас тут много. О-о-о-о! Завалили, ублюдки, мать их. Они меня завалили. Прикольте, друзья, они меня убили. Сейчас всё сначала. Блин, а чё же их так много тут? Появилось. Нам надо бы убежать, скорее всего. Да не, я говорю про эротичность. Будет графика даже современная, эти наряды еще какие-никакие, а фотофрайм 5. Ну да, ну да. Блин, и все сначала. Ну вот представляете, друзья, ну это... Единственный минус в этой игре, это вот это вот начинать миссию сначала. Ни чекпоинтов тебе, ничего такого, блин. Чистый хардкор. Блин, вот обидно, конечно. Мы почти завершили миссию. Сейчас тупо все сначала. А, вот это всегда мне не нравится в этой игре, то, что все приходится все время сначала делать. Кто стреляет? Блин, обидно, конечно. Так, еще один. Короче, Гана, нужно было убегать, как я понял, с того места. Потому что там завалить... Валить было бессмысленно. Эту толпу. Так, ладно, давайте ищем что-нибудь, что нам поможет согреться, я не знаю. Ракетницу пока брать не будем, толку от нее все на ноль. Аптечка, конечно, бы нам не помешала. Блин, вот это, конечно... Я не понимаю разработчиков, почему нельзя было сделать элементарные чекпоинты на каких-то местах. Так, аптечка. Так, нафиг лекарства. Взяли карточку. В принципе, я-то уже запомнил, что тут сделать надо. Сейчас быстро все сделаем. Хардкор, ничего, инфра по новой посмотрит на этот облегающий наряд. Да-да-да. Мы все вместе насладимся этими прекрасными, как говорится, выдающимися атрибутами нашей героини. С помощью которых она выносит врагов с первого, так сказать, удара, друзья. Так что не зря, я думаю, мы погибли. Так, чё-то холодно, мы нашим мерзнем тут. Печку нам нещадно не хотят давать. Так, у нас кончились патроны. Так, автомат. Так. Срочно надо получить одежду. Прям таки срочно. Да, не два, но нет, на когда надо. Да. Его нету, к сожалению. Или к счастью. Когда нам нужен. Так, чё ж не подходит? Ах, да, точно. Туда надо было. Так, аптечка. Так. Эбби, ну, это мы пропустим, друзья. Мы это уже видели, в принципе. Чё там толково мы не услышим. Не очень, конечно. Ну, короче говоря, нужно было просто похитить данные. Все. Вся суть миссии. И не увидим, да, и не увидим. В любом случае. Так, вот карточка. Так, где этот включать этот обогреватель-то? Ах да, там внутри было, в комнате. Так. Замерз чувак от холода. И скопытился. Запишем так, как говорится.
Так, так, ну-ка еще раз посмотрим, что это такое. Найден шумовый гранат. А, это шумовые гранаты, друзья. Шумовые гранаты, ничего такого. Так, это мы тоже пропустим. Тоже ничего интересного такого. Привет, Икфо, рад тебя видеть, друг мой. Присаживайся на трансляцию. Как видишь, сегодня проходим мы игру Danger Hero. Опасные девушки на PlayStation 1. 2000-го игра года. Пятая миссия у нас уже. Как говорится, присаживайся поуютнее. Так, кто меня стреляет? Да ёлки-палки. А, понятно. Аптечка. Как раз не помешала. А ты засранец. Так. Так, надо включить сначала здесь обогрев. Так я заметил это, но про он, но он lives forever ты так и не ответил. Ну, не ответил, потому что я в английском не бум-бум, так что, бро, ответа по-любому я не смогу понять. Так сказать, ответа тебе дать цену не смогу, правильно будет сказать. Потому что английский я не волоку особо. Так, опять мы что-то грохнули сниз. Так, сейчас самое главное не скопытиться. А то, блин, не хочется начинать опять миссию. С самого начала. Но это старая игра, где играешь за шпионку. Ну и не за одну, за несколько. Так, ну-ка, у нас же ведь есть карта, или что это у нас тут? Карта нужна. Так, какой-то проход должен открываться, его я помню. По-моему, здесь. Две аптечки дали, неплохо. Если что, как бы подлечимся. Так, ракеты к РПГ, которую нам не пригодится. Патроны. Так. Теперь вот это надо активировать у нас, чтобы получить данные. Паршивец. Я еще забыл, что он вылезает откуда-то. Так, теперь нужно активировать данные, забрать эти данные отсюда потом еще раз и свалить к чертям собачьим, потому что нас завалят потом, как в прошлый раз. Еще один. Thank you.
Еще один. Так, включено. Система активирована. Теперь нужно включить второй. Так, все, все включили. Ах, блин, я же забыл, тут нужно обогреватель включить. Так, все включили. Теперь можем идти к нашему сбору данных, собирать данные. Какие-то там, не знаю, какие. И, в общем-то, идти дальше. Два. Так. Кто тут еще есть у нас? Так, ну сейчас нужно выбраться будет отсюда. Сразу же, как мы получим данные. Кто нас сейчас загасит тут? Вот и все, Джонни. Как брать будем? О чем ты, детка? Если ты о трансфере думаешь, это дело 30-40 секунд. Опачки! Ну что там, Вэл? Вэл сказала, что ты в этом абсолютно ничего не понимаешь. И добавила, что ты в этом не должна ничего понимать. Так, все, валим отсюда. Поскорее. Так, кто там еще? Все, уходим, уходим, уходим. Так, можем уйти отсюда, в принципе. Ой-ой-ой, там что-то, по-моему, сейчас взорваться должно, как я понял. А, выполнить, загрузить данные Хаммера. А, вот что нужно было сделать. Теперь я понял. Здесь, кстати, звук передрались с других игр тех лет. Ну, обычное дело, я думаю. Со многих игр передирали звуки. Так, но у нас, к сожалению, не осталось практически оружия. Остались гранаты. Я не знаю, чем будем защищаться. Только если кидать гранаты. Давайте технично, аккуратно будем ходить. Так, вот нас уже ждет кто-то тут. Закинул одну гранату. Где наш взрыватель, как он там называется? Так, минус один. Отлично, дали патроны. Давайте поставим-ка. Давайте возьмем сейчас патроны. Патроны и наш автомат. Так. Что это вообще у нас тут? Какие-то ворота тоже вижу. Опаньки, мы, кажется, пришли к нужной точке. Опачки, а кто тут у нас такой с телефоном ходит? Телефоном в карман не тянет. Давайте помогу, я тут грузы избавлю. Да уж. Ох, блин, как смотрите, как сделали в игре хитро. Если так присмотреться, здесь вообще яма получается. Если мы туда перепрыгнем, мы получим, конечно, патроны. Но они нам особо-то и не пригодятся сейчас. У нас достаточно и так патронов. Их тоже может хватить. Я помню, как-то один раз попробовал перепрыгнуть и в итоге провалился. В итоге все начал сначала проходить. Так, давайте-ка запрыгнем, что ли, не знаю, как тут залезть. А ё-моё, что ж такое? Ах ты, паскуда! Я тебя завалю. Точнее, уже это сделал. Так, где тут у нас что вообще? Ну вот мы прибыли на точку. Ах ты, подонок. Так. Ой, елки-палки, у нас патроны кончились. Чё-то я борщенул. Так, ладно, просто... Ой-ой-ой, чё-то, по-моему, опасно тут стало. Давайте-ка применим. Применим гранаты. Да, конечно, тебе патроны сейчас пригодились, блин. Так, кидаем. Лови, ублюдок.
ящер, промахнулись. Ну еще гранаты есть. Подорвались, засранцы. Сейчас скоро отправлюсь готовить шашлычок и вечером вернусь ко второй трансляции, но пока я тут еще. Окей, Буба, окей, если что, жду, друг мой. Так, давайте закинем еще одну гранатку. Лови, ублюдок, мать твою. Минус один. Ах, козлина. Лови гранату. Че, ну его взорвали или нет? Нет, не взорвали. Так. Ага, гранаты не действуют. В общем, что-то ни с того ни с сего. А этот засранец нас ждет там. Блин, что ж такое? Что ж такое творится-то? Почему я не могу взорвать? Ладно, давайте я возьму гранату. О, господи, ну это просто такой эпик фейл, блин. Ну как-то, почему я подошел и она взорвалась? Что это за бред? Так, что тут опять-то стало? Что-то отсоединил, что ли? Господи, блин. Не стрим, а, блин, сплошной какой-то, не знаю. Все? Что ж, завис, по-моему. Да. Чё-то вообще плохо стало. Чё случилось-то? Джойстик подсоединён вроде. Так. Чё-то у меня чуть-чуть компьютер завис из-за того, что там я что-то дернул. Непонятно каким местом, опять-таки. Ну, блин, ну что ж такое, а? Так, ну-ка. А, вот сейчас нормально. Все, стример в шоке, игра в шоке. Да, блин, это вообще какой-то звездец. Извиняюсь за выражение. Ладно, давайте сделаем все максимально аккуратно, все точно, не будем торопиться. Ну, сделаем все нормально, уже по-быстрому. Вот максимально аккуратно. Блин, миссия сама по себе простая. Вот просто встреваем, как я не знаю что. Просто тупо подошел к гранате, и она сама взорвалась. Но это такой просто эпик фейл, я не знаю. Я в шоке просто. Я вообще думаю, почему она не взрывается-то? Чуть не догнал. Потом смотрю. Бабах, и все. Так, давайте получим сразу карточку. По крайней мере, уже знаем, что делать, и быстрее это все сделаем. Хардкор, да, хардкор он самый, блин. Но вот это единственный минус игры, то что она как бы быстро, так сказать... Если ты погибнешь один раз, все, как бы миссия все время сначала. Миссия все время сначала, как бы, и приходится вот так вот страдать. Так, то сразу кокнуть можно. Нет, ну надо же было вот так подойти к гранате и просто фейльнуться, так сказать. Так, взяли карточку, что тут еще? Аптечка. Лайка Бонич, да, Бонич стиль, краб стайл у нас, как говорится. Иногда бывает. Еще один. Обидно, конечно, так погибли. Но зато теперь, друзья, посмотрим еще на эротическое платье нашей героини. На ее выдающиеся боевые, так сказать, атрибуты. С помощью которых она нехило так сносит врагов. Так что, друзья, не зря все это было, не зря. Так, здесь ничего нет. Кто там мне в задницу стреляет? Где эти недоноски? Все, я наделу их не с задницы. Пусть только появится на моем пути. Так, еще один. Поставим карточку. А, я же забыл. Вот эта дверь. Видите, друзья, уже все быстрее сделали значительно. Там буквально... Миссия вообще легкая на самом деле. Так, ну это мы тоже берем, мы это же видели. Там все равно не покажут эротическую сцену, как она раздевается. Так что, друзья, все останется за кадром.
Так, ну все, утеплились, теперь можно смело идти воевать с такими подонками, негодяями, паскудами. Так. Здесь вроде бы все. А я теперь снова понял, почему она на твоей любимой миссии. Тут не только знойная красотка в мини, тут еще и много раз переигрывать, любоваться может. Да, Светик, я прям люблю переигрывать и любоваться, так сказать. Это я люблю. Так что ты тут верно заметила, так сказать, угадала. Не, ну как можно не любоваться такими вот прекрасными, я даже так сказал бы, атрибутами героини. Как можно тут не любоваться? Я думаю, любой бы залюбовался, бы не оторвал глаз и прошел бы на миссию еще раз 10 заново. Так, что у нас тут еще есть? Вот этот аппарат нам нужен. Так, ну здесь в принципе все. Кстати, здесь что-то я сюда залез. Автоматически, что ли? Тут же делать уже нечего. А так, да, кстати, конечно, миссия одна из моих любимых. Так, сейчас надо подключиться, там кое-что сделать было. Вот здесь, кстати. Если я не ошибаюсь, здесь, по-моему, должно что-то открыться. Вот это, по-моему. Так, нужна карта. Сейчас надо завалить пару солдат, и они нам, по-моему, дадут карту. Так. Так, вот карточка. Взяли карточку. Так, ну в этот раз я уж точно не погибну. В этом я уже уверен. Так. Возьмем бомбочки. Установим средства связи. Так, это мы тоже пропустим, друзья. Там ничего такого отдельного не будет. Она посмотрит просто по камерам, там новые зоны покажут. Ну и все, теперь идем в главную дверь. Там буквально 5 минут все это делается. Сейчас быстренько это все пройдем. Там уже миссия практически заканчивается, где были грузовики. Дверь блокирована. Ах, блин, я долбанный утеплитель забыл включить в комнате. Утеплитель включить, тогда бы все заработало. Нагрев включен. Так, идемте дальше. Так, вот и подземелье, подземный комплекс. Аккуратно их технично снесем. Минус один. Вижу второго на горизонте. Минус второй. Ах, да, точно. Тут и обогрев надо включить тоже. Вот он. Так. Приподнимаемся. Сейчас, по-моему, дверь должна открыться. Один. Так, ракета для РПГ уже есть. Так, включаем счетчик данных. Сейчас быстро все это дело активируем. Это буквально один момент. Так, нах, сзади этот козлина.
Так, минус один. Так, поднимаемся. Так, теперь. Так, он опять стреляет. Мне нужно идти вот тут, дверь, кажется. Да. Ну, если что, у нас вон там есть аптечка, пригодится в будущем. Так, нужна ключ-карта. Все, друзья, осталось здесь, как я понял, взрывчатку, что ли, установить, чтобы уничтожить данные. Все, теперь уходим отсюда. Так, отлично. Так, ну в это место мы ходить, конечно, не будем. Так. Так, ну вот этот лифт как раз таки. Ну, сейчас нам патронов хватит, чтобы этих недоносков всех одолеть. Вон я тут тоже там вижу одного. Один. А вот и ключ, кстати, для нашего скутера. Один маленький ключик. Может, ты специально проигрываешь, чтобы снова начать эту чудесную миссию? Нет, Гуга, не специально. Если бы специально, то я думаю бы, ну, зрители бы просто бы не выдержали этого всего. Так, ну-ка, там полно охраны. Минус один. Второй. Так, вроде никого не вижу. Вот один враг. Отлично. Завалили. Ну все, друзья, можем убираться. Миссия закончена. Давайте применим наш ключик. Ох, и доберусь я до JC. Сохраним. Так, вот сейчас будет у нас другая миссия за другую красотку. Так сказать, продолжение, соответственно, по сюжету. А, точка сбора, 23:40. Thank you.
Так. А замерзшие богатства. Следующая у нас миссия начинается. Так, ну что, давайте теперь дальше проходить следующую миссию. Есть проблемы. Джесси сейчас поможет во всем разобраться. Но пускай быстрее приходит. Вот она пришла, мамочка. Теперь все будет хорошо. Интересно, что же скажет Эбби по поводу всего этого? Майки зимой при выключенном двигателе ИКФО пишет. Да, я, честно говоря, сам удивился. Почему это она вдруг Майки сидит в джипе? Ну, в джипе, конечно, не так холодно, как на улице, но все же нехило так холодно. Почему хотя бы нельзя было сразу куртку надеть? Ну, персонажу, наверное, так было удобно. Так, ну сейчас она у нас в красной куртке, в кепочке. Так, что у нас есть из арсенала? Револьвер есть. Ну, в принципе, пока все. Подонок меня спалил. Вот в этой миссии мне очень нравится, друзья, саундтрек. Он такой очень мощный, так сказать. Хорошо так звучит. Так, у нас один. Так, вот здесь есть секрет, кстати. Вот видно, куда можно как-то попасть. Вот как узнать, как именно, кажется, отсюда. Как настоящие агенты, секретные агенты, друзья, проникаем в логово врага технично, незаметно. Видите, как мы проскальзываем-то понемногу. Так, берем секретное снаряжение. Найден гранатомет, друзья. Нашли гранатомет, что уже не дурно. Ох ты, друзья, смотрите, что мы нашли. Нашли гранатомет. Отлично, отлично, это радует. Что там у нас Буба пишет? Ты ошибаешься, думаешь, что в машине не холодно, как на улице, в выключенном двигателе. Единственное, только ветер не дует. А так мороз тоже ух, ибо она охлаждается знатно зимой мороз. Ну, наверное, наверное. Я, конечно, в этом деле не особо разбираюсь. Так что, друзья... Вполне вы правы, я думаю. Так. Ага, вижу врага. Так, кто-то меня там свалил. Кто стреляет? Один. Засранцы сняли немножко здоровья. Даже не немножко, половину, больше половины. Но ничего, тут аптечку-то дадут. Вот один прячется. Ах ты, паскудник. Вот тебе, получай. Блин, этот более сильный враг. Ух ты. Но он не такой глупый, как я, конечно же. Точнее, он такой, в общем, глупее, чем я, соответственно. Так, бухалень тут видно. Понимали немножко с водочки. А хороший костюм, мне пора на шашлычок делать, еще увидимся, как говорится. Давай, Буба, тебе приятного аппетита, хорошего времяпрепровождения. Приходи еще, вечером, в общем-то, еще свидимся, я думаю. Удачи. До вечера. Так, давайте там проходить дальше. Сейчас главное не скопытиться в этой миссии. Самое главное. Так. Ключ-карта. Вот, соответственно, ключ-карта. Ай-яй-яй, больно. Ой-ой-ой.
остался последний магазин. Ой, ёлки-палки, откуда же ты вылез? Так, он еще опять завалит. Ну вот он завалил, друзья. Ну давай еще раз начнем. В принципе, тут проходить недолго. Только ведь начали миссию. Нужно поехать недоноском. Минус 2. Так, отлично, взяли винчестер. Наконец-таки его в этой версии хоть можно взять. Потому что в версии от Кудосов его нельзя было взять еще, когда мы начинали с этой дамочкой. Кажется, вторую миссию или третью миссию. Так, взяли АК. Ну, а теперь нам нечего страшиться. У нас есть полный боекомплект оружия всех видов и мастей. Так, а вон я вижу патроны, кажется, для нашего пулемета. Давайте туда залезем. Наверняка и пулемет лежит. Я вижу врага внизу. Так, завалили подонка. Так, погнали. Так, взяли патроны. А, это для гранатомета. Обычно у нее пулемет был. Наши дамочки. Так, вот снегоход тут с дорогой. Так, никого тут нету на горизонте. Тут никого нет. Так, снегоходом ничего нельзя сделать. Ой, ёлки-палки, как на меня стреляет. Блин, гранаты кидают. Засранцы. Тяжелый автомат нашли. А вот мы нашли, кажется, друзья, пулемет. Нашли пулемет, друзья. Ну все, у нас теперь полный набор. Нам теперь ничего не страшно в этой жизни, как говорится. Так, патрончики. Ну, тут
без патронов, друзья, точно не оставят. Ну, бывает, конечно, момент, когда нет патронов. Такое тут тоже бывает. Так, вот сейчас нужно прыгнуть на эту, так сказать, цепочку. Вот, и пойти вниз, спуститься. Как правый спецназ, так сказать. Отлично, спустились. Да. Вижу еще аптечку, но брать пока не буду ее. Миссия выполнена. Убей всех солдат Хаммера. Так, а давайте посмотрим-ка наши миссии. Убей всех солдат Хаммера, взять камень, побег. А работает инженером-механиком, подрывник. Даже если Джесси не стала реальным агентом, доверие она уже оправдала. Она главный элемент команды. Рост 5-10, глаза зеленые, волосы каштановые. Так, вот такие вот данные, друзья. Эх, завалили подонков. Закрылась калитка. Эх. Нехило тут врагов. Прям будем по каким-то пещерам. Так. Так, мы что-то нашли. Двенадцать боевиков пересекли местность, поэтому следует разобраться и прийти к компромиссу. Спокойно, сейчас, кажется, начнется упаковка и погрузка кристаллов. Собственно говоря, желательно выгнать ребят, пока чистильщики не пришли. Так вот, значит, как. Так, важный перечень боевых навыков, пишет Светик. Да, на самом деле важный перечень. Ох, блин, меня кто-то стреляет сзади. Подонок, прям сзади из-под тишка подошел. Ничего. Отделали его. Плюс один главный. Так. Так, понятно, какая-то установка, друзья. Это изумруды тут видны. Нужен топор. Так, нужен какой-то топор, но у меня топора нет. Надо какой-то образец изумрудов, который надо получить. Поднимаемся. Засранец, надо его залить. Так, подлечились. Так, тут что-то есть. Найдено сверло. Вот, кстати, сверло. Получить образец, так сказать, алмазика. Топор, а сирот хочу. Да, я думаю, можно этим тоже, оказывается, нельзя.
ничего, сейчас найдем топорик. Я не знаю, конечно, для чего нам... Чуть двинул микрофон. Я понял, для чего нам сверло. Для лифта нашего. Там была панель внизу. Я вспомнил. Которую можно шурупить, так сказать. Давайте возьмем какое-нибудь другое оружие, попробуем, наверное, не знаю, дробовик. Так, одна ключ-карта, которой у нас нет. В общем, нам пока нужно теперь еще ключ-карту найти. Вот так, с одного быстро. А вот и сверло. Нашли топорик. То есть кирку, блин, сверло топорик, что я говорю. Так, подключились. Слышь, браток, останови-ка процесс. Ужасный перевод, конечно, тут был сейчас только что. Слышь, браток, останови-ка процесс. Я не знаю, кому это что говорилось. Теперь у нас лифт открылся. И карточка нашему лифту. Так, возьмем аптечку тоже заодно. Применим сверло. Да, Светик, такой, конечно, перевод знатный. Я типа, слышь, браток, типа, приостанови-ка процесс. Так, для чего это было сверло, я помню точно, нужно было. Явно, чтобы вот эту дверь открыть, кажется, под лифтом. Может быть, я ошибаюсь, не знаю. Да, надо вот вскрыть секретный код. О, господи, ну и перевод. Второй. Точно выстрел, нет врага. Так, а тут что такое? Тоже какой-то лифт. Ох, тут сколько у вас. Много-то. Так, давайте возьмем что-нибудь более такое. Точное, наверное. Тяжелый пулемет. Завалили недоносков. Как кто там стреляет? А, сверху. Отбили мы. Колено, так сказать, прострелили.
Так, нужно подняться куда-то наверх, как я понял. Так, посмотрим до конца, может тут что-то внизу еще есть полезное. Ничего вроде нету. Странно, что на поверхности дороги прям лифт стоит. Это вообще странно. Так. Как я понял, все. Получается, мы вышли наружу. Миссия выполнена. Побег. Ну, миссии вообще простые, реально. Просто простые. Сохраниться. Давайте сохранимся. Миссию прошли. А время 20:15. Так, дает нам новое задание. А предупреждение. Хотя GC удалось сбежать с крепости на невредимое, она может встретиться с суперспособностью здесь, на яхте. Ярость. У Эбби есть причины злиться после успешного проникновения в особняк и приоритете шифрования для машины. Она рассчитывала на GC, которая должна была помочь. GC не встретила Эбби. Я жду их сообщения и ожидаю возмездия Хаммера. Дьюс, стратег миссии. А, какое-то место. 020-0247. К сожалению, провал, генерал. Новая девушка украла деталь, но гарантирую, мы ее достанем. Надеюсь, так. Новая девушка. Я смотрю, они серьезно взялись за меня. Вы уже выбрали добровольца для трансформации. Эй, доброволец. Один шаг до победы. Третий элемент в руках. Машина уже действует, и власть, она мне нужна. Его имя Киллер Икс. А, в общем, про машину Икс что-то там говорили, короче. Что-то такое. А, музей увечий. Следующая миссия у нас идет. Давайте посмотрим. Я все сказал. Пишет Светик. Понятно, на каком-то языке непонятном Светик у нас пишет уже. Говорю, у него такой акцент жесткий. Я на месте, Вэлл. Прекрасная работа, Сид. Следующее задание. Переустанови охранную камеру. Иначе не будет времени двигаться по музею. Запомни, охранный пульт находится где-то поблизости. Все, я ухожу. Молодец, не попадайся охранникам. Если будешь замечен, уходи, не раздумывая. Можешь вступить в перестрелку, если понадобится, но помни, у тебя мало патронов.
Можешь использовать свой газовый баллон, подсоедини его к центральной системе вентиляции и этим обезвредишь охрану. Газ? Мне нравится эта идея. Так, а вот и моя любимая миссия, друзья, началась. Самая моя любимая в музее. Да, кстати, Светик, акцент у него жесткий достаточно был. Так, вот сейчас секретная миссия будет. У нас есть пистолет, но его нельзя принимать, и это тоже. Хлыст можно применить, и вот этот, транквилизатор. Его надо очень аккуратно расходовать. Вот эта миссия самая сложная из всех. А саундтрек здесь просто божественный, друзья. Прям как в стиле Джеймса Бонда, друзья. Ну, только послушайте и поймите, о чем я говорю. Я как охранник чуть заволновался. Так, ладно, фикс. Тут еще, кстати, камеры наблюдения есть. Нельзя охранник убивать. Охранников дофига в музее, они вооружены калашниками. Странно довольно-таки. Так, чуешь, камеры есть, надо на них не попадаться. Не двигаться тактично. Так. Понемногу сносим. Самое главное, камерам не попадаться, а то у нас будет побольше охранников засылать, так сказать. Так, куда теперь нужно будет идти? Надо технично, как Джеймс Бонд. Всех сносить на своем пути. Так, главное следить за камерами. Тут везде напичканы камеры. Так, вот, сейчас нас камера спалила откуда-то. Так, нас уже скоро прикокошит, по-моему. Прикокошено. Давайте начнем еще раз. Теперь уже аккуратней. Миссия очень тонко, так сказать, проходится. Так, это что у нас такое? Сигнализация, что ли? А ну-ка попробуй-ка вот этим. Так, где он? А, ящик сигнализации уничтожен. Так, это, по-моему, сигнализацию не надо уничтожать. Как я понял. Так, камеру вроде не вижу. Кстати, вот эти решетки можно открывать и пускать газ. И так мы, можно сказать, отравим наших охранников. Или отключим, правильно сказать. Так. Вот, в общем, отрубили одного охранника. Блин, ну саундтрек тут просто божественный. Реально подойдет под любую миссию, в любой игре секретную. Так, тут полно охранников. Минус один. Так. Значит, заподозрил. Плохо. Так, следим за камерами. Так, синим, кажется, это камера обозначена, как я понял. Они тут где-то есть. Главное двигаться ближе к стенке. Тогда аж минимально нас могут запалить.
Так, вот синим, короче, указаны камеры на карте. Синие треугольники. Так. Вроде камер нету. Сюда точно не пройти. Должна быть комната управления, насколько я помню. Здесь надо быть поосторожнее, если я помню, камера была где-то. Её, кстати, по-моему, сломать тоже можно было. Вон она, я ее вижу. Так, тут меня спалил. Блин, сзади кто-то спалил. Так, неплохо. Блин, кто меня спалил? Опять камеры, что ли? Надо две камеры, скорее всего. Вот камера одна отвернулась, попробую ее сломать. Не получится. Тик. Да, нехило нам снес здоровье, конечно. Я вижу красную кнопку. О, привет, Буба, ты уже вернулся. Окей, Вэл, я установлю охранную камеру на нужный режим. Вэл, ты можешь осматривать соседние камеры тремя способами, но помни, это временно. Придется двигаться быстро. Окей, что далее? Кому-то задницу набьем? Окей, еще рано, взгляни на показатели охраны на моем пульте. Таким образом, я могу изменить большинство крутых охранных аппаратов. Большинство охранных аппаратов? Ну, разберемся. Наверное, понадобится общая комната. Я здесь. Будь максимально осторожна, Сидни. Мы рассчитываем на большое количество проблем с охранным пультом управления. Все будет хорошо, Дьюс. Ты даже не представляешь, как хорошо. Дьюс там, по-моему, отдыхает на яхте, пока мы тут задницу рвем. Так. Выключить охранные камеры. Камеру мы, походу, выключим, но это что-то заработало. Так, надеюсь, больше камер не будет работать, хотя вон еще одна крутится камера. Так, попробую так аккуратно пройти здесь, пока она отвернется. Так. Быстро бежим. Так, открываются двери или что? Что-то я не понял. Двери почему-то не открываются, странно. Они должны были открываться, по-моему. Блин, спалила камера опять. Так, ну здесь, короче, делать нечего. Вот засранец. Да, тут нельзя фотки кидать в чате, когда в мобилы. Это да. Тут, кстати, вот мы открыли ворота. Два. Так, я никого не вижу. Ну, я как понял, это музей про динозавров. Неизвестные истории. Так. Пока ничего не вижу. Наверное, нужно вниз запрыгнуть. Так, попробуем-ка перепрыгнуть. Опаньки. Здесь, кстати, вот такая, я помню, система была, она будет через низ пройти. Да, надо было пройти через низ. Теперь надо отключить вот эту сигнализацию. Поэтому упалимся.
Насколько я помню, можно было отключить эту всю систему. Вентиляция где-то должна быть. Хотя точно не помню уже. Вот этот пульт, скорее всего. По-моему, может что-то открывать. Или ворота, то ли что. А, да, вот же. Режим ночного видения. Надо было сразу включить. Так, что теперь сделать, интересно? Так, что-то мы там применили. Какую-то вещь непонятную. Что-то мы, короче, применили. Теперь у нас жизнь восполнилась, но и в то же время она уходит понемногу. Да, жестко там чуть-чуть лагать начал что-то. Понятно. Ладно, друзья, наверное, будем сегодня заканчивать. В принципе, так неплохо, все, но побегали, прошли немного миссии. Эту миссию мы оставим на следующую трансляцию. Так, немножко для интереса побегали, посмотрели, что к чему, как бы поняли, что нас будет ждать впереди. В общем, друзья, спасибо всем, кто был сегодня на трансляции. Стрим будет послезавтра, два стрима. А сегодня будет еще стрим по другой игре «Охотник за привидениями». Так что, друзья, всех буду ждать. Всех буду рад видеть. Приходите. Сегодня вечером где-то 9:30 будет стрим. Ну и в принципе, друзья, всем спасибо, кто был на трансляции. Всем счастливо, друзья. Всем пока. До вечера, друзья.